advanced eye. Flesh of my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I get shy. Flesh of my flesh and mind of my mind. Two of a kind, but Airsoft. Стрелок готов. Начи, Вадя. Gonna give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, my problem's stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart. Эй, где сумка с патронами? Друзья, и снова здравствуйте. Всем привет. У нас третья серия. С нами опять Сергей. Значит, сегодня мы разбираем безопасность. Безопасность... Может быть, личная ваша и всех окружающих. Личная ваша безопасность – это, прежде всего, защитные очки, защита вашего слуха – это наушники. А, вот они у меня на голове. Вот. Ну, там, защитные там перчатки, чтобы не обжечь руки, и все. И есть безопасность, соответственно, которая предусмотрена правилами IPC, и про это нам расскажет Сергей. Сергей, вам слово. Правила... Практическая стрельба предусматривает так называемый кодекс стрелка, который мы все безукоризненно соблюдаем. Он очень простой, он очень понятный, его нужно понимать буквально, не имеет никаких двойных трактовок, то есть вот как слышите, так и понимаете его. Ничего сложного там нету. Правило номер один. Я всегда буду обращаться с оружием как с заряженным. То есть для вас, как для пользователя оружия, незаряженного оружия не бывает. Оно всегда заряжено. Даже если оно разобрано, оно, не знаю, напополам сломано или еще как-нибудь, вы все равно с ним обращаетесь как заряженным. То есть для вас вы представляете всегда положение оружия, всегда заряженное. Соответственно, никогда никого не направляем, не тыкаем, стволами не машем, не пытаемся в кого-то прицелиться или еще что-то подобное, ерунду сделать. То есть это источник повышенной опасности, как, например, автомобиль, и так далее. То есть мы должны обращаться с ним аккуратно и вежливо. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Всякое бывает, да. Затяжные выстрелы, они же петардные выстрелы, это мы уже разберем в дальнейшем. Действительно, стреляет как палка. Ты не готов, а ружье готово и стреляет. Вот. Соответственно, правило номер два. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. Normally you wouldn't do this, but because... Соответственно, если вы занимаетесь видом спорта практическая стрельба, соответственно, у вас оружие может быть направлено только на мишень. Да, то есть в другое какое-то иное место, отличающееся от той, так сказать, локации, где нет мишени, туда стволом направлять никак нельзя, категорически. Соответственно, нужно убедиться, что рядом с мишенью тоже нету людей. Конечно, это сразу же третье правило. Перед тем, как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и что за ней. Соответственно, вы должны понимать, что в те мишени, в которые вы стреляете, некоторые из них, они пробиваются, да, и, соответственно, заряд, который вы послали в виде дроби, в виде пули, оно имеет пробивную способность, мишень пробивается, и снаряд летит дальше. Соответственно, вы должны нести ответственность за свои действия, должны понимать, что перед мишенью никого нету и что за мишенью тоже никого нет. Соответственно, в рамках стрельбищ у нас частенько бывает такое, лисы выбегают, еще кто-то, птички садятся за мишенями. Соответственно, мы такие мишени не обстреливаем, мы останавливаемся. Все-таки мы не, конкретно в этом случае не охотники и не преследуем никого ранить и, не дай бог, убить. Соответственно, мы должны за этим все постоянно, безотлагательно, ежесекундно смотреть и наблюдать. Соответственно, четвертый пункт правил. Мой палец не коснется спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень. Соответственно, ваш пальчик, неважно с каким видом оружия, вы находитесь с ружьем, с пистолетом или с карабином. Если вы вот прямо сейчас, вот в данный момент времени, то есть вот в эту секунду не собираетесь стрелять, уберите палец со спускового крючка, держите его на коробке. Соответственно, это правило на самом деле... Соблюдать нужно всегда, везде и постоянно, в принципе, как и все остальные, но чем оно, немножко я его ставлю обособленное, вы испугались чего-либо, звука, либо еще что-то, вы подскользнулись, вы падаете, да? Какая-то такая вот нештатная ситуация, и мы механически, да, мышцы начинают сжиматься, и,
соответственно, вы не контролируете себя на 100%, и пальчик может прожать спусковой крючок, и произойдет выстрел, которого вы делать не хотели. Но если какая-то нештатная ситуация с вами происходит, и ваш пальчик находится на коробке, то как бы вы сильно не сжимались, коробку вы не прожмете. Соответственно, выстрела никакого не будет. И у нас такое бывает, да, когда по весне, по осени стрельбище очень грязно, бывает скользко, стрелки иногда падают, что мы все люди. Соответственно, падать нужно тоже безопасно. Соответственно, направление ствола нужно сохранять таким же в направлении мишени. И пальчик держать на коробочке, если вы не стреляете прямо сейчас. Собственно говоря, это вот и все основные четыре правила кодекса стрелка. Но он, в принципе, распространяется также и на жизнь. То есть это в рамках стрельбища рассказал. Вы должны соблюдать и в жизни. Допустим, если вы владелец травмата того же самого, здесь все то же самое. Вы должны понимать, что когда вы ведете самооборону, вы можете ненароком обороняться не только от источника опасности, да, вы также можете нести какой-то общественный вред. То есть нужно 100 раз подумать вообще, что вы делаете, куда вы направляете свое оружие, в какую сторону вы стреляете, потому что вы несете за это административную уголовную ответственность. Поэтому эти правила точно так же распространяются и на обычную жизнь, и эти же правила, кстати, распространяются на охоте. Самый частый случай у нас, а я в тех кустах что-то увидел, в те кусты пальнул, а там оказался вообще не кабан. О, черт! Там оказалось, да, например, грибник и так далее, такой периодически происходит. То есть охотник точно не идентифицировал свою мишень, да, то есть на охоте. Ну, разберем, он на кабана вышел, да, то есть он должен был найти кабана, ему показалось, что там что-то есть, он туда стрельнул, и в итоге там не кабан, а там что-то другое. Неважно что, да, там не будем это обсуждать, это не суть. Это как раз таки то, что он не убедился, что перед мишенью, что за ней, и вообще, что происходит, да, то есть может быть абсолютно разные ситуации, да. Опять же, на охоте охотники очень часто не соблюдают правила в плане «я никогда не направлю оружие, туда никуда не хочу стрелять». То есть люди берут оружие в руки и стволом направляют в самые различные стороны, да, можно ходить как Рэмбо вот так вот на плече, да, и обычно охотники ходят по тропам, к выходу, так сказать, места охоты, ты идешь и постоянно смотришь, на тебя смотрит заряженный ствол, постоянно тебе в лицо, не дай бог он споткнется, упадет или еще что-то произойдет, да, то есть ситуации могут самые различные, поэтому все эти правила распространяются на любые виды человеческой деятельности, да, когда ты обращаешься с оружием. В принципе, даже и у военных такие же правила, да, нельзя направлять оружие на человека, нельзя стрелять, когда это не положено, нельзя, ну, все то же самое. В военных все намного жестче, сразу же в табло получишь, да, если сделаешь что-то не так. Да, у них меры воздействия на запоминание... Всегда физически. Запоминаешь очень быстро и хорошо. Вот, поэтому соблюдайте эти простые правила, и при соблюдении хотя бы... А одного правила из этих четырех, это вам гарантирует то, что не произойдет ничего плохого. Да, то есть, если вы нарушите все четыре правила, к сожалению, тут уже как удача к вам повернется, но не ждите, что будет что-то нормальное. Поэтому всегда обращайтесь с оружием безопасно, обращайтесь с оружием умело. Тренируйтесь по обращению с оружием. Да, и у вас потом скоро начнется профессиональная деформация. Будете, например, как у меня, смотрите фильм и видите, как люди бегают с пистолетом, постоянно держа палец на спуске, и ему говоришь, сука, убери палец от спуска. Да, это, то, к сожалению, есть такая, да, так называемая профессиональная деформация. Вы начнете замечать, и вы поймете, что стрельба от бедра на 50 метров, ну, это только в голливудских кино, и на самом деле за машиной не укрыться. От своего, так сказать, врага, как во всех американских фильмах это делается. Невозможно на полном ходу бежать 30 км в час и при этом очень метко куда-то стрелять и попадать. Ну, это тоже за гранью фантастики. Джон Уик может. Да, Джон Уик может. А что происходит, если мы вот эти требования не соблюдаем? Нас дисквалифицируют с матча, мы едем домой? Безусловно, если нарушается, но опять же, эти четыре правила, это не единственные правила безопасности, которые вы должны соблюдать.
на соревнованиях, да, существует еще масса других правил, за нарушение которых в практической среде предусмотрена дисквалификация соревнований. То есть у вас выгоняют, это в футболе получил желтую карточку, потом красную, и ты пропускаешь следующий матч, да. И, ну, то есть за нарушение ты бегаешь дальше, да, получил желтую, побежал дальше, получил вторую там и так далее. У нас все гораздо жестче. Один раз нарушил правила, все. Судья тебя дисквалифицирует, собираешь свои вещи и едешь домой. Да, это очень обидно. У меня был один случай в Москве, когда я уехал с Москвы, не закончив матч. Четвертое правило нарушил, пальчик был не на коробочке. Нет, это судья не туда посмотрел. Ну, судья увидел то, что он увидел, то, что было на самом деле, это было то, что на самом деле, но опять же, даже в рамках практической стрельбы, вообще как вида спорта, да, есть человеческий фактор судейский, да, то есть не нужно делать каких-то действий, которые можно трактовать двояко. Да, у нас нету видеоповтор, как в футболе. Да, еще нету, да, в футболе тоже 50 лет не было, и вот оно появилось. Вот, у нас видеоповторов нету, ничем вы не докажете никому, соответственно, апеллировать к безопасности, да, за нарушение безопасности апелляции не принимаются. То есть если судья увидел, или ему показалось, да, что он увидел, да, то есть у вас как-то, не знаю, палец был не на коробке, а рядом со спусковой скобой. Соответственно, когда судья находится, как правило, сзади справа от вас, то он смотрит под таким углом, и на самом деле, если вы тоже с кем-нибудь товарищем так встанете, да, вы станете с ружьем, а ваш товарищ встанет на 2 метра назад по правое плечо, и палец вы положите на коробку, либо палец вы положите вдоль спусковой скобы, то, что вы при этом все дружно перетягиваетесь, двигаетесь, то судья увидит, что ему точнее покажется, да, что палец находится на спусковом крючке, и это небезопасно, вас остановит и выгонит. Поэтому, чтобы не давать поводов для судьи, четко соблюдайте правила. Просто вот максимально предельно четко, максимально предельно переносите оружие, держите палец и так далее. К вам никаких не будет вопросов. Не надо лениться, это выполнять, это несложно, это в первую очередь и ваша безопасность, и безопасность окружающих, которые находятся рядом с вами. Прежде всего, палец застегается во время холостых тренировок, чтобы вы его машинально убирали уже на коробку при перемещении и при зарядке. Да, собственно говоря, за что еще, какие точнее еще бывают у нас наказания в виде спорта? Наказания в плане за проступки, да, которые вы можете совершить, и это, как правило, всегда дисквалификация. Ну, об этом мы расскажем в другой раз, потому что это достаточно обширная тема, которую нужно, так сказать, разобрать и рассказать более подробно, не в этом ролике. Да, это будет отдельная тема, как поведение, можно сказать, себя на упражнении. Это, ну, можно ли это, да, сказать, да, правила хорошего тона, что нужно делать и что лучше не делать, скажем так. Да, потому что помимо вот этих четырех правил еще есть правила, которые устанавливает судья на упражнении, это углы безопасности, которые нельзя раскрывать. Ну, это не сколько, да, даже судья, это в принципе правилами установлено, да, которые, кстати, вы, если вам интересно, опять же на ipc.ru лежат последние редакции правил, вы можете сами с ними ознакомиться, как бы это не тайна абсолютно ни для кого. Книжки не такие уж, так сказать, большие, не знаю, за час, за полтора можно все прочитать и вникнуть. Написано достаточно хорошо. Это перевод, собственно говоря, наши правила, это перевод с английского, международных правил, поэтому в этом плане у нас все совпадает по безопасности. На этом, в принципе, наверное, и все даже на эту все. Тему. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Да чтоб тебя! Придется по старинке. С катанами и яйцами в кулаке. Шеф музычку?